Заблудись в Карелии, в Музее изобразительных искусств открылась выставка, которая представляет нашу республику в произведениях известных художников. Причем их соавторами легко могут стать посетители экспозиции. На этой выставке легко заблудиться в красотах природы Карелии и просто среди прекрасного. Наша республика словно ожила на полотнах мастеров карельского и отечественного искусства. И для каждого из них она своя, неповторимая. У каждого осень своя. У меня вот она такая задумчивая, медитативная. Когда смотришь, когда все кончается и начинается... На самом деле очень хорошее время, потому что осенью хорошо работается. Заканчивается вся эта летняя свистопляска, и можно вообще подумать о вечном и создать что-то хорошее. Четыре зала и столько же времен года. Уникальные заповедные места, холодные озера, старинные деревни, памятники архитектуры и леса, которые украсила осень. Зрители здесь словно путешествуют во времени. Вы знаете, я так всегда тоскую по лету, что мне, конечно, хочется, чтобы было побольше лета, побольше солнца и тепла. Но я думаю, что самый такой декоративный, интересный зал получился, наверное, все-таки осенний, с лодкой, с такими работами очень красивыми по цвету. Потому что, конечно, безусловно, Карелия осенью – это прекрасное зрелище, очень разноцветное, яркое, позитивное, до тех пор, пока не пойдут проливные дожди. Из одного сезона в другой зрителей ведут лабиринты, созданные Владимиром Зориным. А из осеннего зала в зимний и вовсе можно отправиться на символичной лодке. Эта же лодка, это осенний зал, она как раз символизирует уход лета. Это осень и эта лодка с этими деревьями-парусами, с теми осенними листьями, она уносит лето. То есть вот именно такой смысл в этом объекте, потому что в предыдущем зале у нас лето мощное, зеленое, цветущее. И здесь вот эта лодка его уносит. И уносит зимний зал, в котором опять будет холодно и долго, холодно и темно. Но все равно интересно, потому что мы любим и зиму. 40 художников и около 100 произведений. И каждый посетитель может поучаствовать, создать в экспозиции что-то свое. У нас интерактивные моменты есть на выставке. Например, можно собирать пазл. Вот по картинам, которые есть в экспозиции, вот таким образом передвигать и собирать произведения. Выставка «Заблудись в Карелии» будет работать до конца сентября. Прекрасная возможность сводить сюда гостей республики, ведь побывать в каждом ее уголке за один приезд попросту невозможно. С помощью художников сделать это гораздо легче.